До момента решения ничего не существует. Решение должно быть таким, за которое готов умереть. Откидывая все сомнения прочь, любая битва – это битва внутри себя. Что бы ни происходило, оставайся безупречным, безмятежным, не вовлекаясь в рассуждения, ибо смерть указывает на то, что ничего не имеет значения, кроме ее самой. В поисках любви нет смысла. Есть смысл просто любить, потому что любишь. И все. Есть больше, чем просто идея любви. Все игра. Нет конкретики. Любое значение всему придает каждый свое. Нет правил. Если путь выбран по душе, если горит огонь в сердце, значит уже правильно. Нет цели. Есть мгновение, в котором время останавливается. Не имеет значения, что будет дальше, если не сейчас. Только само действие в приоритете, ибо мечты и разговоры – это только слова. Бог с нами общается не словами, а действиями. Когда тонешь, просто думание не спасает, необходимо плыть. Единственная награда в спасении – это опыт, смирение, ибо субъективные знания, которыми обладаешь, не помогут. Только процесс и действие создают истинные знания. Когда нет выбора для потакания своим чувствам, мыслям и жалости к себе. Только дух и ты. Когда умираешь, точно знаешь, что делаешь, ибо сама смерть создает жизнь. Если бы не смерть, у тебя бы не было единственного выбора выжить и научиться плавать. Нет времени на сомнения и сожаления. Есть время только на принятие решения. Действовать, принимая все как вызов, чтобы превзойти себя самого. Настоящего, таким, какой есть, не лучше и не хуже. И если плачешь, то плачь от души, не притворяйся. Если тонешь, то утопай безупречно. Если не умеешь плавать, научись, другого шанса у тебя не будет. Свобода – это радость, эффективность и отрешенность перед лицом любых препятствий. Твоя сила – там, где развернешь свое внимание от слабости в виде ожиданий и пристрастий, надежд и безразличие к себе. Там, где перестанешь искать признания в других, надеясь только на себя, не присваивая полученное. Ты есть, но это не твое. Все, что называешь своим, рано или поздно потеряешь. Если не присвоишь, то и терять нечего, то и бояться нечего. Не создавай в себе кумира. Это ограничит тебя и сделает человечным в рамках определения. Безупречность значит непредсказуемость даже для самого себя.